На самом деле мы на себе прочувствовали, что такое ковид, особенно я, и одними из первых, когда еще никто не понимал, что это за гадость, да, и медики не могли сказать, не могли предположить каких-то решений, не было статистики, не было ничего. И, как всегда, внезапность вот этого заболевания, она немножечко даже страшила где-то. Да, и мы не понимали, что с этим делать. Когда приехали медики нас, как образно говоря, закрывать на карантин, я им задал вопрос, что делать, как лечиться, как себя обезопасить. Они обескураженно так развели руками и сказали, ну, чего делать, пейте витамины. То есть мы кроме витамина, который нам был продукт, мы ничего не пили. Да? И хочу сказать, что вот симптомы, которые описала Галина Николаевна, они у меня появились в полной мере. Это повышенная температура до 39, головная боль жуткая, мышечные, суставные боли и даже было спутанное сознание. Первые два дня они были такие вот характерные и тяжелые. И что мы сделали? Мы увеличили в несколько раз прием витамина. Активайз мы пили, наверное, 5-6 раз в день. У нас еще был Цельшуц, у нас был Гельмфит и был Ристорей. И вы знаете, я могу сказать с определенной уверенностью, что благодаря именно тому, что мы принимали в таких повышенных дозах, мы быстрее восстановились. Я вот буквально через 3 дня у меня спала температура, стало более-менее нормально я соображать. Не были такие вот, знаете, как приступы усталости, как вот сказала Галина Николаевна, прямо в полной мере. Ты сидишь за столом, и вдруг на тебя наваливается такая усталость, ты просто как будто тебя выключают энергию, и ты только валишься на диван и тут же засыпаешь. Знаете, это очень странное и неприятное ощущение, которое мы благодаря Активайзу, мы их проходили, и вот этот вот период, он позволил нам очень быстро восстановиться. Хочу сказать сразу, что буквально через 5 дней уже не было никакой температуры. И когда нас привезла скорая, собиралась отвозить на МРТ, на КТ вернее, да, и предварительно врач скорой помощи делал анализы у нас на наличие кислорода, там уровень кислорода, да, и он проверял, и, знаете, такой юморный момент, говорит, так, я не понял, у вас вроде бы коронавирус, вы болеете, а у вас уровень кислорода 100. Замеряет у себя, чтобы проверить, работает, не работает препарат. А у него там 98 показывает. Он опять говорит, не понял, ничего. И знаете, мы так переглянулись, посмеялись, говорим, а мы витамины немецкие пьем. Ну, такой витамины, да. Ну, вот такое сомнение было в глазах, да. И что еще хочу сказать. Буквально через неделю после того, как у нас закончился карантин, я уже начал тренироваться физически. И через месяц я уже просто активно вошел в тренировочную фазу. Что бы еще хотел сказать, друзья? Вот этот опыт... Миш, такой... я прошу прощения, у нас все-таки ограничено по времени, отзывы ограничены. Я знаю, что вы попали в первую волну коронавируса. Как себя чувствуете сейчас? Чувствую себя замечательно. Пьем, тренируемся. Я бы хотел добавить еще, друзья, не ждите, когда придет коронавирус, да, не испытывайте на себе свои силы и своего организма, пейте сейчас, пейте активно, а уж если случилось, то увеличивайте прием, да, и пользуйтесь рекомендациями, которые дала Галина. Спасибо, Сергей, был рад. Да.